Авария на сетях. Теплоснабжение оставило без отопления многоквартирные дома в Петровско-Забайкальском. Прокуратура проводит проверку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ, а также предупреждение ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности. Прокуратура вынесла представление министру природных ресурсов Забайкалья Сергею Немкову. Нарушения, допущенные в ходе реализации нацпроекта «Экология», создали риски недостижения целевых показателей, говорится в нем. Об этом сообщается в телеграм-канале Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. В сообщении говорится, что паспортом регионального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» запланированы мероприятия по закрытию котельных и переводу потребителей на централизованное отопление в Чите. Однако Минприроды региона своевременно не привело паспорт объекта в соответствии с комплексным планом, которым предусмотрена модернизация котельных. Указанные нарушения создали риски недостижения целевых показателей нацпроекта, в связи с чем ведомство вынесло министру представление. Минстрой Забайкальского края начал искать кандидатов на пост заместителя министра по вопросам жилищных программ, который занимает исполняющий обязанности министра Алдар Бальжиров. В пресс-службе ведомства конкурс объяснили формированием кадрового резерва. Источник в органах власти рассказал местным СМИ, что поиск кандидата на эту позицию может говорить о скором назначении Бальжирова на пост министра или же об его увольнении. Заместитель министра по вопросам дорожного хозяйства и транспорта Сергей Кривощуков, напомним, был назначен исполняющим обязанности в марте после увольнения Дмитрия Ватагина. На посту исполняющего обязанности Кривощёкова в октябре сменил Алдар Бальжиров, который ранее работал директором регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Эко-Альянс» в Республике Бурятия. В понедельник в Чите так и не начала работу троллейбусная линия в Каштак, об открытии которой ранее объявил зам руководителя администрации города Андрей Гринишин. Как отмечают жители поселка Каштак, троллейбусов, работающих на новом маршруте, нет. Пресс-служба администрации города ситуацию не комментирует, власти перенесли запуск линии, но официально об этом нигде не сообщали. Ранее на заседании президиума фракции партии «Единая Россия» 21 ноября заместитель руководителя администрации Читы Андрей Гринишин сообщил, что официально открытие линии пройдет в понедельник, 28 ноября.